В наше время быть художником весьма увлекательно, поскольку средства работы постоянно меняются. Мы собрались в Сан-Франциско в этой прекрасной студии и привели отличную команду для создания красивых изображений для миллиардов пользователей. Мы установили две инсталляции для получения логотипа Windows. Меня зовут Брэндли, и я креативный директор проекта. Брэдли можно назвать звездой дизайна. Он принимал участие в съемках фантастических фильмов, таких как «Обливион» и «Трон наследия». Он работал над дизайном различных пользовательских интерфейсов. Он обладает созидательным мышлением, которое другие не могут себе вообразить, пока не увидят сами. Microsoft вела себя очень открыто, выбрав экспериментальный подход, совершенно новый облик по сравнению с предыдущими версиями Windows. Это было очень увлекательно. Проект основан на одноточной перспективе, и логотип выглядит как портал, который позволяет заглянуть в пространство. Чтобы достичь этого, нам пришлось разработать довольно необычные методы. Мы снимаем проекции, изолированные от вспышек линз, от рельефа фона. Маппинг камеры позволил нам работать в пространстве, где мы создали объемный участок света, дымка, лазеров, проекций, небольшие детали повсюду, даже вспышки линз. Потребовалось продумать дизайн, но больше речь идет о физическом отображении. Нужно обращать внимание на то, как камера снимает данные физические объекты. Мне нравится идея создания одного идеального изображения.